Так, давайте, в чем вы, где вы? Когда? Я стандартно. Так, девятый немец на стоковой пушке. Смотри, десятки, маусы, кто хочешь там, иссы. Стреляй, не хочу. Иссы, не ссы. Где там? Тимур, здорово. Я встал. Угу. Ну, 200-то... Оф, хорошо, хорошо. Одобряю. Ты в уморок не упади, кот. Угу. Я одобрил. Ну, кстати, вафля моя даже отсюда. Я даже вафлю высветил. Ничего себе. Как это, и мух отгоняй. Ну, я еще постою, наверное, какое-то время. Если сейчас в ближайшие секунд 20 ничего не будет, я поеду отсюда. Там с ружкой надо что-то придумать. Или он так просто... А, он не выскочит, ничего не надо думать. Если ничего не сделать. Так, Виктор, я уезжаю. Все, тут света нет, я уехал. Кто тебе дал? Прожета. Ружка высветила мне. А откуда прожета кидает? Угла. Хорошо, что ЛТ убили. Я сейчас по миду попробую пройти. Может быть, вафлю увижу. Так, что у них за арта М53? Прикинь, он М53 был во взводе еще и с этим чувачком, которого мы первого там отпенетрировали. Блин, вафлю надо. Ягтайгер и Прожитого здесь стоят. На полочке, да? Я просто от всех понаполучал. Да не в союзника. Возможно, топ. 100% не топ. Шестьдесят четыре и 12. Вот это я понимаю. Уронище. Я на вафлю пошел. Я к тигра нашел. Там, походу, все нашли друг друга. Типа вылетел. Вот же. Вот это он вас обдурил. Ведь, прикинь, чувачок стал, как будто вылетел. И даже не стал поворачивать. И император сам выехал ему на ствол. Так, говорю, он... Ему бат в корму зашел, я смотрю. Ну, он должен на бата повернуть. А он в снайперском прицеле стоял, ждал кого-нибудь. И ему абсолютно было непонятно, что кто-то еще приедет. А почему по мне? Почему не по бату? Потому что ствол у него в ту сторону был повернут. Тут все просто. Сложно было повернуться обратно? Да не хотел он поворачивать. Не его это дело. Слышишь? Не для того он кровь проливал, чтобы потом стволом вертеть. Не, такое я такое не одобряю. Логично, поддерживаю. Виктор, я... А, все, отмена, тут рога. Я умер. Че ты раньше времени кипиш устраиваешь? Я суету ножу. Смотри, он я. Он АФК, он АФК. Да не АФК, он тоже в прицеле. Он такой же балбес. Они что, вообще дальше носа не видят? Они что, все такие, что ли? А в чем разница? Человек дальше носа не видит или кричит, что я все, когда он еще не все? М? Что? Ну, оценка игры одинаковая. Что у него, что у тебя, когда кипиш ты устраиваешь. Блин, я специально ему дал каток, чтобы дать каток, и каток не сбился. Угу. Не одобряю. Видишь? А Витя мог фулового его так убить.
Ну, я ему тычку не дал, поэтому ты, Виктор, на 200 урона больше набил за счет этого. Сейчас мне еще мастера дадут. Мне тоже должны дать, это нормально светил. Чего тебе мастера дадут? А, вторая степень, я вас понял. Угу. Жадные. А у меня мастер, все по-честному. Виктор сильно упал? А ты как думаешь? Ну, 3К у тебя, я ж не знаю. Ничего. Считать не умеешь? Если ему 3 надо, чтобы на месте оставаться. 3,5, наверное, да? 3,200. Ну, получается, не сильно, да, на 0,2 упал? Ну, вот так не сильно, не сильно. Каждый бой вот так, минус 0,2, минус 0,3, и вот так. Альвердерчи Рома. Ну, я там 4,800 нафигачил, 4,700 туда-сюда.